представили, а пока сидела, вам уже целый стишок написала. Привет, шлет Кирежский район. День с большой пользой проведен. Благодарим за семинар. С собой уносим ценный дар. В работу будем все внедрять и ребятов удивлять. Спасибо. Я хочу сказать, что с Ириной Викторовной мы знакомы еще в самом начале, тогда, да, вот она разрабатывала ЗИК, она к нам приезжала вот в школу, мы с ней как-то вот познакомились, тоже в городе был семинар, и нам вот, она вот приехала, и мы вот тоже все вот закупили, да, но как-то вот мы не очень углубились, вот он у нас где-то вот лежит, но я думаю, что после этого я приеду к коллегам вот с новыми знаниями, вот с этой вот системой, и вот мы возобновим. Очень хорошо, что ТИКа усовершенствована именно для логопедов. У нас вот речевая школа, это просто вот находка, вот, да, вот вы сами согласитесь, видели, что вот эти вот пришли, да, вот с мешочками, вот просто мы молодцы. Мы вот вас обязательно пригласим, да, вот, и я думаю, что мы все возобновим. Спасибо вам большое. А мне вот ваши сказки вообще вот очень понравились. Вот ваш подход вообще очень здорово. Спасибо вам за новые идеи.